Всем доброго утра! 7 часов у нас. Я вообще сегодня встала где-то в 5:20. Сергей меня разбудил, потому что уже тут Степа приехал. Петрушку накосил, и мы начали работать. Этот мальчик вот проснулся где-то без 27, да? Ты что так рано просыпаешься? Расскажи, что тут нам бабушка привезла? Бабушка привезла кукурузные палочки. Несквик. И еще кукурузные палочки, да? Что еще бабушка купила? Молоко, да? Садись. Так, еще нам бабуля фарш привезла. Сегодня будут у нас макароны по-флотски. И молоко тебе, да? Тебе хлопья эти кукурузные шарики с молоком? Доброе утро, мамуля. Здравствуйте. Всем привет. Степа тут нам накосил петрушки, да? Будем вязать. По старинке понакрывали ее мокрыми тряпками. Хочу сегодня... Ну, сегодня не так жарко, да? Даже прохладненько с утра. Ну, передали целый день дождь, может быть, в Краснодаре. Да? Местами дожди, да. Нам, если честно, не сильно надо, да? Так вчера же все попали под дождь в Краснодаре. Затопило, ливень. Ну да, там это ЧП. Дождь, это уже целая катастрофа, да? Как называется сорт? Мама купила кукурузу с папой. 10 рублей, да, качанчик? Птичье молоко называется сорт. Накрываем все листиками и сейчас будем ставить вариться. Это что, она закипит и минут 20, да? Кипеть. Скоропоткина? Так, я сейчас буду готовить обед. 9 часов. Сковородка с подсолнечным маслом. Вода на макарон. Здесь у меня кукуруза лежала. Вот уже лук и чеснок. Теперь плачу от лука, порезала для макарон по-флотски. Знаете, вот такие не классические макароны по-флотски, а такое что-то соус бешамель, не знаю. Фаршик. Плачу. Сейчас буду его обжаривать с луком, с морковкой, с чесноком и с болгарским перчиком. Добавлю туда сметаны, воды, помидорку и потом все это с вареными макарошками перемешаю. Так, ну что, вот такая вот штука получается. Здесь один помидор я потерла на терке, потому что он такой был подрасквашенный. А сливки порезала вот этим вот ножичком. Они вот такие вот сливки. Они вообще здорово порезались. Знаете, ничего не расплющилось. В общем, отличные кубики получились у помидорчиков. Сейчас это все тушится, добавлю еще сюда немножко сметанки и все готово будет. Все, тогда останется только сварить макарошки и смешать все. Так, макароны готовы. Все, я все перемешала с фаршем, с вот этим вот соусом с овощным и теперь все это ластаю. Салатик накрышила, здесь помидоры, огурцы, лук, зелень и капуста. С подсолнечным маслом буду заправлять, но потом перед самой подачей. Вот мои макарошки. Все, ждут обеда. Сейчас будет перекус кукурузой. Ну ничего, она не старая, нормально. Да? Вкусно? Что тут за певица у меня? Вот. Саша. Саше поем. Сашеньке поете песенки? А это хлопает. А не девочка. Ну да. Правильно. Нет, смотри, надо было писать не газонная. Мама любимая. Мама, ура, мама. Привет, Дашенька. Даша, стой. Даша, смотри. Мама, смотри, комедия. Мы не можем сыграть нормально дубль. Сереж, сядь туда. Типа, директор. Я директор этого кино. Да мне надоело. Гриша. Мы не смогли нормально этот Даша, дай мне сжигать, пожалуйста. Спасибо. Ты падаешь. Ты падаешь, сына. Куда? Покажи, повернись на спину. Что это такое? За краска, а? Кто тебе нарисовал? Мама. Зоя? Ужас, сынок, ужас. Мама, говори, мама. Он сказал, Фредди лапа. Лапа, это я правильно. Что? Я правильно. Ты
Ты так упал, сынок? Вот тут были художества, у нас граффити на земле. По-моему, очень красиво. Дождем все смоется потом. Петрушку мы уже повязали. Григорий, давай мыться, потому что весь тут в песке. Да здесь иди, там еще прохладная вода. Ой. Хай. Здрасте. Все проснулись? Все покупались? А мы не будем спать. А что у вас это? Сегодня Зоя спать не с нами, да, Зоя? Не, не с нами, она сегодня с мамой будет. Да, Зоечка? Сколько арбузов? Два. Два? Один. Так, иди отнеси комнату, Сережа, отнеси пирожок. Что ты плачешь? Вот что ты плачешь, скажи мне. Что ты хочешь? До тети Веры. Тогда надо поспать и потом до тети Веры, понятно? Пойдем ложиться. Какие? Дротики подарили. Что? Мне подарили. Вот мои дротики. Я понял. Еще мне подарили. Вот и пришло время наших рубленых котлеток, этих отбивных, не знаю, оладиков куриных с морковкой. Я их теперь жарю, сейчас будем ужинать. Они тут быстренько совсем. 3 секунды и готов уже. Сейчас еще немножко с этой стороны беленькая. Стреляет. Ну как тебе котлетки, сынок? Вкусные? Я рада. Тебя не балуйся за столом, хорошо? Ага. Добаловался? Поедешь? Тогда выключай. Тогда выключай телек и поехали. Ну что, ты поедешь? Ты краски убрал? Точно? Давай я посмотрю. Мама, ты дома? Я дома, потом за вами приеду. Все чисто? Пошли одеваться. Давай, где твоя обувь? Обувайся, скорее, Степа тебя ждет. Мама. Не надо сапоги резиновые. Ты что, где твои шлепочки? А ты там обувь я пока. Вот твои шлепочки вот лежат. Обувай. Анкетки. Нет, не чешки, а шлепочки. А кто анкеты, мама? Афоня. Вот так? Да. Мама. Чешки это дома. Они на тебя большие. Это же Антошины чешки. Все, ты поедешь до Зои поиграешь. Да. Мама тебя заберет, да? Да. Все, играть, только не драться, понял? Да. Провела я своих мальчишек. Сейчас достану кукурузу из воды. Положу ее в холодильник. Мы ее завтра на обед доедим. Вот. Блин, тут аромат вообще обалденный. Как это все вкусно пахнет. Кукуруза моя, до сих пор даже теплая вода. Класс. Сейчас все достану. Эти листики надо выкинуть. Целая кастрюля листиков. Мы варим всегда с этими листиками и с волосюхами. И с волосами кукурузными. Вот. Все, сейчас все это вытяну. Дети поехали там поиграют немножечко. Если честно, без Антохи вообще. Я вчера покупала тук. По привычке хотела три тука купить. Представляете? Не это. Не могу никак привыкнуть, что у меня 2 детей пока месть, а не 3. Волосы. Сейчас руками хорошо все проверю. Ага, вот еще кукурузка. Вот мы примерно столько, наверное. Я даже не знаю, сколько мама купила. Примерно такую же кучку съели уже сегодня. На перекус, как это там принято говорить, второй завтрак, да? Все, все выбрала. Вот, сейчас это пойдет в холодильник. И это, завтра также перекусим. Я уже все тут перемыла посуду. Опять руками все помыла, и оказалась целая гора. Хотя там стаканчики, там кружечки, там тарелочки, там сковородку помыла, графин после компота и все. И опять гора посуды.
А я ее вручную все перемыла. Так, все, я за детьми сейчас уже еду. Почти 8 без 20. Хочу еще купить сливок. Не знаю, будет ли у меня настроение, но у меня настроение испечь маффины, потому что завтра у нас уже не день свадьбы. Отмечания никакого, скорее всего, не будет. Но это 9 лет, и знаете, рабочий день. И, в общем, короче, все как всегда. Карате, вязание, дети. Ну, может быть, вечером посидим еще. Не знаю. А на выходных поедем в Ейск. Там вот точно будем отдыхать. Потому что от готовки я отдыхаю. На кого ты похож? Посмотри на меня. Ты Дед Мороз? Да. Буду. Привет, мам. Привет, сынок. А я дебил. А я дома бил, а ты дебил. Это попи. А что-то ты ни разу даже про маму не вспомнил. Что хочу до мамы. Ты мало еще погулял? А? Мало? Мало. Фаня, ты на велике. Накопилась острого перца. Бабушка, купи рассад. Ну и купила десяток, посадили ж мы с ним. И ну, вот. Есть. Они ж хоть подальше посадили. Ну, от кого? От сладкого. Ну да, вообще подальше. Вам не надо? Вам не надо эти, видишь? Вам не надо привезти? Миша, я тебя не достаю. Миша, дай мне сейчас Сережа спрыгнет или что? Я же как Паша любит. Аджика. Это с чем она вот эта? С морковкой? Яблоки. Яблоки, морковка. Что еще? Помидоры? Помидоры, перец болгарский, чеснок. Короче, бурлит она прикольно. Это по рецепту или все на глаз? Я все на глаз. Тут побольше. Побольше морковки, да? Нет, уго, морковки и этого. Помидор. Папаня, она грязная. Зоя, посмотри на меня. Пап, мама занесет. Может, ей надо что-то сделать. У кого тут ужин? Мя! А еще у кого? А мя! И у тебя? Угу. Приятного аппетита! Авеба! Нет! Что? Аппетита! Аппетита, да? Да, сколько комаров, да? На свет! Давай! Нет, а сколько еще глянь на этих? Ай, божечки! Глянем, в корыте сколько? Комаров? Не, поприлипал. Нифига себе, ужас какой. Не хватило, еще надо банку краски. Ой, я как в каком-то этом. Ага. Ну, так это прям комары или какие-то просто? Мошка, нет, это не комары. Ну, в смысле, они меня сейчас не закусают, да? Не съедят. Ай, блин, аж в ухо мне хотят залететь. Ну что, насос включен? Нет. А то вчера мне тут ты гляди все. Да нет, да. Да не может быть столько. Ну куда вы, там же краска. Так, знаешь, дети, отходим. Отходим. Здесь же ее нету. Да. Все, мы дома. Так, что здесь я купила? Молоко. В агрокомплекс заходила, купила молоко. Так, где-то очищена память в телефоне. Так, что еще купила? Два молока. Сосиски, это на завтра. Так. Хочу положить их в суп. Папа наш не любит грудинку копченую в гороховом супе. Поэтому... положу ганновские сосиски. Это все, что это пудра. Нужно. Так, нет, Гриш, положи это на завтрак. Это все, что мне нужно. Так, вот такой вот в агрокомплексе сыр Виолетта, тоже сливочный, типа Хохланда купила для крема. Сливки. А я собаке не покупала. Я что-то не думала. Сливки 33%. Пряники. Это я мужу купила кефир. Тогда надо сварить, блядь, там каша есть. Ну, я что, не все равно не покажу. Этот. И такие пряники, и печенье, и два кефира. Вот таких вот. For all the times that you ain't on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well,